Шостый международный турнир по интеллектуальным гульнях «Фавор» стартовал у Гомеля. У спаборництве удельничают 13 команд школьников из Беларуси, России и Украины, знавцев основ христианской культуры. Организаторами турнира выступают Гомельская епархия, управление эдукации, палац творчества детей и молодежи и клуб интеллектуальных гульнях «Белая рысь». Починаючи с 2014 года, турнир «Фавор» является яскравым подтверждением одинства духу и веры, жадания молодежи переодолевать разноголосие и сябраваць з брацкімі народамі. Тэма сёлетняй гульні гучыць як 265 гадоў з дня нараджэння святога прападобнага Серафіма Сароўскага. Акрамя інтэлектуальных гульняў, праграма турніра ўключае знаёмства са славутасцямі Гомельшчыны і здымкі тэматычнага выпуску тэлевіктарыны «Рудыт пятёрка». Не прайшло і недзелі пасля канчання чэмпіяната Европы, на котором, кстати, наши ребята взяли золото по брейн-рингу. Вот не прошло и недели, как мы снова возвращаемся к нашему уникальнейшему проекту, которого нет нигде. Это «Фавор» по благословению Преосвященного Павла. Владыка Стефан поддерживает. Причем все это не в олимпиадной форме. Не один человек работает, работает команда. Это очень важно, потому что мало того, что ребята соревнуются между собой в знаниях православной культуры, так они еще привыкают работать в команде и делятся, по сути, знаниями. Мы, безусловно, рады, что наш турнир приобретает статус международного. У нас три команды из России. Это «Старый оскол», Брянск и Краснодар, команда из Украины, город Нежин. Ну и, безусловно, наши белорусы, они тоже порадовали своей активностью. По словам организаторов, подобные турниры содействуют духовному и интеллектуальному развитию молоди, а так само поширению ведов школьников у сферы христианской культуры. Выники турниру «Фавор» подведут у пятницу 17 мая.